дорогие друзья, еще одна песня на слова Минегаля Магеева, прошу прощения. Эту песню Яш Лекера на музыку Альфии Ханмагеевой исполнит Рената Бадамшина. Пожалуйста, Рената. Я хотела бы пару слов сказать до песни еще. С этой песни началось творчество наше с Альфией Галяновной. Дело в том, что когда она мне сказала, что стихи к этой песне написал ее папа, вот еще во время войны, для меня это было так ответственно. Я так переживала и постаралась воплотить все свои чувства. Вы сейчас тоже услышите, насколько она жизнерадостна и оптимистична. Ренат, подожди, пожалуйста, это хотела
еще несколько слов сказать Ренаточке, ученице моей из Оренбургской школы. Я у нее вела уроки русского языка и литературы в свое время. И вот когда пошли у меня мелодии, мы как-то случайно встретились на концерте. Да, в Москве уже через много лет, она уже в институте Мессинах училась. Говорю, Наточка, представляешь, говорю, что-то мне вроде как-то мне неудобно, даже как-то вроде мелодии какие-то идут. Да, Фея Галявна? А так сразу. Я ошиблась. Я говорю, давай я отошли в сторонку и напела. Она говорит, а Фея Галявна, можно я буду петь? Я говорю, как это? Ну, давай, попробуем. Попробовали, и вот с этого дня уже... Уже 4 года, получается, с лишним, да, 4 года. Она с таким большим трепетом, с такой нежностью, с такой любовью холит, лелеет, настолько бережно поет мои песни, ей безгранично рада. Безгранично. Такая умница, такая талантливая и просто хороший человек, хочу сказать. Я желаю счастья. Благополучия, творческих успехов, и я надеюсь, что наше творчество будет продолжаться. И еще хотела сказать, наше творчество совместное, и первая песня, которую мы сделали, вот «Я Шакира», она сделана под аранжировку сделал Хасенов Талгат, который здесь сегодня. То есть это стало началом создания нашего творческого объединения с СН. Вот наш такой, скажем, первый наш такой труд. Я надеюсь, что он понравился. Рахмат, вот песня, которая была написана слова отцом в плену, но несмотря на это, она позитивная, вы, наверное, уже поняли, да? Благодарна вам, спасибо. Я хотела тоже вам сказать, что я очень рада, что у меня в жизни вот два раза появилась Рафия Галям. Сначала она очень была строгой ученицей по литературе русскому. Назвали еще ошибку 4. В честь вас, она превзошла сама себя, а песня просто чудо. Я ее буду знать наизусть, обещаю. Спасибо. Да, и второй раз, когда мы встретились в Москве, то есть я подумала, эти встречи не случайно вот так встретиться в Москве много лет спустя, в антракте, в одном месте оказаться. Мне кажется, это все свыше, да, вот так. Да. Уважаемые гости, а наши гости Мария Горелина есть? Нет. Нет, да? Ну тогда мы продолжим. Альфия Ханым пишет музыку не только на свои слова, но и на слова других поэтов. И вот сейчас прозвучит песня на слова Танзили Антилиной, которую исполнит Арсен Каримов. Песня называется «Туган Яптар». Әріп қарайын, атып, үмірен дейіп. Thank you.
Әнді үйізгі ела бұрын-бұрындан, ауылымдың әрбір үртін сәләмләм ұлған. Ауыл итмәт елге ауыл ауырын бұлған, ауылымдың әрбір үртін сәләмләм ұлған. Ауыл итмәт ауыл елге елағын бұлған, ауылымдың әрбір үртін сәләмләм ұлған. Ашығып қайтып келем мен туған ядыма, ялана аяқ түгіре өткен бала сарыма. Ашығып қайтып келем мен туған ядыма, ялана аяқ түгіре өткен бала сарыма. Ашығып қайтып келем мен туған ядыма, ашығып қайтып келем мен туған ядыма. Зор рахмет! Әдірәк қаусаным, нағы деген. Я сейчас до этой песни еще начала говорить, рассказывать о создании творческого объединения, да, уже немножко уже начали говорить. Как бы основой является вот наше, скажем, творчество совместное Рената, Хасанов Талгат, аранжировщик, музыкант, и вот на песни, произведения, которые вот мои написаны. Вот творческое объединение наше создалось вообще-то года 3 назад. И в составе у нас в составе нашем участниками являются выходцы из Урала, из Уральского региона. Вот могу сказать, что у нас очень талантливые, замечательные люди, в числе которых постоянная ведущая наша, организатор, автор песен и стихов, исполнительница сама, певица, да просто умница наша, Гузель Хуснетдинова. По всякому поводу с ней можно посоветовать в любое время, она хоть и младше меня, а мудрости у нее, конечно, через край. Рахмат. Сейчас она исполнит свою песню, которую сама написала, «Зәңгәр йорт». Мне она...